На комментаторских позициях все без изменений. Сегодня для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Отличный футбол ждет нас сегодня. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Но с мячом он умеет обращаться, и ему часто даже партнеры не нужны. Может и в одиночку всех пройти и забить. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. Гости сегодня в таком составе играют. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Первый тайм начался. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Футбол – быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Филипп Костич. Рафаэль Сантос Борре. И сейчас они терпеливо выжидают. Хороший шанс для атаки. Забивай же! И мяч в сетке в самом начале матча. Получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Вот повтор. Насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Жоао Карвалью. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Здорово сыграно в отборе. Аут. Отличное оборонительное действие. Как здорово защитник сыграл сейчас. Мяч остается в игре. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Жоао Карвалью. Ян Мвила. Бьет поворота. Мог бы получиться отменный гол, но вратарь на месте. Арбитр назначает угловой.
На коротке решили разыграть угловой. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Рафаэль Сантос Борре. Себастьян Рода. Здорово отдал на ход. Отличное видение игры.